Здравствуйте, мальчики и девочки, с вами Кирос. И это новое прохождение Championship Manager сезона 2021, в формальном 03-04. И сегодня у нас по игровому времени 17 сентября. Лига чемпионов УЕФА приходит в каждый дом и узнает своих победителей именно сейчас, накануне десяти часов. И все, что мы должны знать, это результаты встреч Динамо Киев и Барселона, побеждает своих соперников, а также Ювентус и Олимпиакос минимально побеждают. Футбольный клуб Копенгаген ничью с ПСЖ играет. Интер громит Порту 3-0. С таким же счетом Ман-Сити побеждает Генк. Валенсия ПСВ 2-1. И, скорее всего, Челси будет где-то в Лиге Европы играть, но толком не знаю, как все сложится. Уже пятница, 19 сентября идет, и у меня одно сообщение пришло на почту. Вот уже 20 сентября быстро стартовало. Новостей пока нету. Ман-Сити, Тоттенхэм. Сыграли в ничью 3-3. Харри Кейн забил за Тоттенхэм. Интересно, один автогол был в этой игре. Сейчас посмотрим. Гарри Бейл с углового подавал. И Кевин забил автогол. Балотелли забил с подачи Амаду. Вот 3-1 было в первом тайме. И Гарри по кличке Ураган сравнял счет таки. Вот такой красавец. Гол.
Интересно? Я думаю, да. Анжи хочет, чтобы я пулешичьим толкнул, да хреным. И вот, Шеффилд Юнайтед со мной встречается. Это игра на выезде, поэтому будем рвать. Передачку была только мило Маунт замен. Хорошо, стеночка. С Баркли травмирован и надо Мусанду поменять. Вот начинаем. 27-я минута. Первый тайм. 0-0. Ну, очки нужны как воздух нам, особенно с такими соперниками, как Шеффилд Юнайтед. Вот они 4-4-2 играют. Маунт подает и на два вот мяч. Так. Спиликует выносит на чужую половину поля. Короче, должен тут передать на жару, чтобы забил.
И, как я сказал, так и происходит. 0-1. Значит, у нас дополнительное время. Это что было? Мне показалось, нам забили. Криво передал вратарь. Джеймс что-то в аут выносит. Эгами. Что-то потянул время. Видимо, минуту постоял во вбросе. И таким Макарычем 0-1. Но, тем не менее, победу нам привез. Ну, это важные 3 очка. О, тем временем Кристал Пэлас громит Бернли. Арсенал впервые побеждает Эвертон. Фулхэм побеждает Брайтон. Лиц громит Волков. Ньюкасл побеждает Ливерпуль. Так, ну с нами все понятно. Саутгемптон громит Астон Виллу. Вест Бромвич побеждает Юнайтед. И Вест Хэм проиграл Лестеру. Тактики вы видите, и кто где играет. Вот такие результаты. Давайте же глянем таблицу. Майк Бэнкс делал пост матча. Кочевоса Баркли вывихнуто колено. И он на неделю нас покидает. И что? Знаете, на каком месте? Мы в пятерке. Обгоняем Лестера.
Я думаю, нам надо держаться где-то в этой зоне. В то время как Тоттенхэм и Сити что-то сдали назад и вообще в зоне вылета находятся нам. Ух, как быстро стало загружаться все. Так, фулбэк Челси Уоллес Оливейра сказал наблюдателю, что он Google, окей, Google, как это перевести? Итак, Уоллес Оливейра хочет играть в первой составе Челси, ассистент менеджера этот думает, что ты должен сказать ему подождать своего шанса. Я обещаю ему в регулярке сыграть перед концом сезона. Вот так. Я пообещал возможность в стартовом составе перед концом сезона, короче, поиграть. Окей. Уоллес Оливейра счастлив подождать все радостные события. Это Кубок Лиги. Вот результаты. А нам когда играть, интересно? Так, Лестер Сити обескуражен шоковым поражением. А, 2-1 от Бертон. Понимаю. Но жизнь идет вперед. О, как мне нравится, что мне игра не лагает и быстро идет. Я аж было сейчас свернул ее и посмотрел, как запись идет. И, блин, результат меня порадовал, знаете. Хорошая производительность довольно.
без вылетов и без лагов. Ух, это что такое? Ого. Ну вот, я, конечно, понимаю, Челси свой первый матч в Лиге Европы проводит. И что это за команда? Мукуаба. Мальтийская. Полупрофессиональная. Мне с ней как раз сыграть. Ну, что ж. Так, Росс Баркли у меня не может играть, и поэтому я должен выбрать кого-то вместо него. Это Канте Н'Голо. Итак, мы против какой-то Мукуабы играем. Надо посмотреть, что за команды. Так мы должны порвать их. Уверенно. И заодно будут результаты. Да. Других матчей Лиги Европы. Арсенал уже двойку. Белощики какой-то забил. Ольборг забил. АИК Спортинга. Славия Прага забила Бате. И мы забиваем. Они бежали. Это потрясно. Арсенал там уже громит клуб какой-то, который был уже 4-0. Те, что за клуб такой? Нет, не Славия Прага. Македонский клуб. Понятно. Так, Байер. Вот этот клуб. Северно-ирландский. Арока 2-0 против Вадуцы. Бетис Лех побеждает 2-0. Шатору 2-0 против Мюпы. Днепр 2-0 против Милана. Динамо Загреб забил Боруссии Мёнхенгладбах. Эвертон
2-0 против Сконта. Гронинген. Нидерландский против венгерского Дебрецена. Ференцварош венгерский против бельгийского Гента. Фейнорд Мёльде 0-0. Краснодар побеждает какой-то клуб из Уэльса. Так вот. Ну, пока часть результатов. Остальное разберем в конце. И у нас Рис Джеймс травмируется. Да, мне это не нравится. Поэтому заменяем на Чильвела. Ольборг громит в Лазнию из Албании. Ковачич с мячом. Слишком изи. В общем, вот такой исход. Ну, по сути, достойно провели. Хоть это такой клуб я первый раз слышу. Хе-хе-хе.
Вот все результаты. Мёльде побеждает Фейнорд, Спартак побеждает ГАК. Лацо громит Легию. Леон Селтик 1-0. Мальмё Хик побеждает. Наполи тут победил. Севилья. Это Уденце. Если что. Так, Цвена звезда. Пок громит. Зенит разгромил Хаку. Видимо, клуб финский. Ну вот. Марсель. Ну. Вот. А Ростов проиграл. Малатья спро. Да. Короче. Брусть синяк. Короче, коленка или что там? У него. И он на день выбывает. А, тай это бедро. Понял. Бедро, короче, в синяке. Не такая уж серьезная ссадина. Подзагоев что-то пишет. Короче, разгромил ЦСКА Волгу 4-0. Кстати, вот такая мини-рубрика будет. Давайте посмотрим на пока что на лиги европейские. Вот, значит, на команды. Те, которые у нас. Какие результаты в других лигах, короче. Так, это у нас. Хо-хо. Не туда. Мир. Что, брат? Что у нас? Да. Ну, короче, Red Bull на первом месте, Австрия Вена на втором, Штурм Грац на третьем. Это в Австрии. Так, в этой
Хорватии Динамо Загреб первый, Хайдук Сплит второй. Еще один Динамо. Бля. Два Динамо Загреба. Непонятное. Но я разбился, походу. Че не так? И решу проблему с двумя Загребами. Так, Спарта, Прага первое, Барно второе, это в Чехии. Третье, Виктория Плзень. Так вот. Тупо от нефиг делать, показываю вам. Ну, в общем, так. Как-то... Так, Финляндия. У нас Хик. Тампере, Хака. То, что Краснодар разгромил. Вольный клуб Джаз. Так, вот самое интересное. Лион, Монако, Нант, Марсель, Пассажи, Ницца. Бордо, Ланс, Страсбург, Сент-Этьен. Первая десятка. И думаю, здесь интереснее всего результаты. Так вот, скатали. Думаю, во Франции одни из самых необычных и малопредсказуемых результатов. Значит, так. Давайте же глянем, чё во второй лиге. Бастия, Ньюор, Амен. Гингам, Тулуза, Лиман, Кан. Нанси, Аяч, Гавр. Так. Дальше Германия. Red Bull Лейпциг, Вольфсбург, Бавария, Мюнхен, третье. Ничего себе у нас. Байер вообще тут в зоне стыков. Что тут не так? Бавария у нас... Где вообще нахуй? Боруссия Дортмунд.
Штутгарту проиграла. Так, 8 Хенгладбах, 2-1 над Хофенхаймом. Вот, Герту победила Бавария. Да, тут что? Разгор Ром Вердере 0-3 держим. Так, Боруссия Дортмунд 2-0. Гладбах победила. Хофенхайм Байер. Так, Шальке победила Аугсбург. Ну, Бавария вообще в последнее время прибавила. Громит всех. Билефельд. И что это нам дает? Вольфсбург 4-2 победил Баварию. Так вот. Так вот, держу на Баварии громец всех. Шальке победил. Боруссию. Ну. А дела как у нас во второй Бундеслиге. Гамбург. Ганновер. Дуйсбург. Нюрнберг, Дюссельдорф, Бохум, Сан-Паули, Вольфсвек, Гёте, Фюрф, Калсруэ, Дамштадт. Нравится мне команда, которая зовется АУЕ. Эрсгибицре, или как ее, Эргрибицке замок. Вот Бохум может выйти, кстати. С новым сезоне. Ну еще молодая. Че там брашки? ЦСКА, Рубин, Зенит, Локомотив, Анжи, Спартак. Краснодар вообще за не вылет. Вот так вот. А так вот, да, Динамо. ЦСКА, Локомотив, Рубин. Они в порядке. Такие. Спартак разгромил Кубань, конечно. Краснодар подбодался с Амкаром. Или где развернуться? А, Зенит с Краснодаром, Ствол, Бойня. ЦСКА разгромил Мордовию. Хотя МКА уже формально не существует. Но его дух тут обитает в премьер-лиге. Ланья с Краснодаром 3-3.
нормальная. Любит Зенит 4-2 катать со всеми. Ну ладно. Антисатурн Черноморец. Да. Что за команда? Газ-газ. Газовик Газпром. Знает клуб. Знает только Газовик, который Оренбургом стал. Да. В Италии Интер, Торино, Милан, Рома, Аталанта. Ювентус на 11-м. Что тут произошло? Как так? Серия Б. Часи. Ладно. Че еще? Испания. Ой, даже Реал из Барселоны нет на первых местах. Смешно. И грустно. Ну ладно. Смотрим, что у нас дальше ожидает. Ёпта. Продолжаю. Так, это не для меня. Короче. Так. Такая, что типа будет там покупку там где-то там сейчас стартовал третий раунд SkyBet Кубка Лиги.
Челси сыграет с Манчестер Юнайтед. 37-й раунде. И вот таким образом судьба меня опять с манкунианцами сведет. Ливерпуль, Вест Хэм, 2-2. Тут еще одни результаты. Астон Вилла резвилась с Кристал Пэласом. А это Премьер-лига. Тоттенхэм победил. Юнайтед победил. Бернли, Сити. Как так? Прикольно. Лестер, Саутгемптон, 3-0. Дали Блинт в потрясающей форме. О. Понятно. Вот, сперва я буду с Ньюкаслом катать. Это будет последний матч в серии. Он уже, кстати, третью игру буду катать подряд. Ньюкасл. Сейчас буду следить за таблицей.
знаю. Не знаю, что надо. Рюдигер. По сути, все нормально. Можешь поменять. Гарри Кейхилл у нас вместо Риса Джеймса, наверное. Опять победили со счетом 1-0. И Челси вырывается на почетное третье место. Вот так-то. Пока Арсенал, Тоттенхэм, Мансити и Ливерпуль в нижней части таблицы тусуются, я вообще выседаю на третьем месте. Ну, так, я молодец. Кто хороший тренер? Кирос хороший тренер. All right. Кирос, на этой ноте, думаю, заканчивать. Так, мне сейчас интересно. Все. Официально на этой игре я с вами прощаюсь. Всем пока.